Так, ну чё? Хата. Так, значит. Всё, я вошёл. Так, значит. А где пентхаус? А! Не там, ну... Не там, качи, улучшается. Так. Денежки. Так, магазин. Способность. Так, ну, возрождение мне не нужно, потому что это для мультиплеера нужно. Так. Качмастер это первое, да? Так, значит. Патроны, винтовка. Скидки в магазинах. Так, на вам 4000 авторитета вообще. Красавольчики. Так, а тут уже денег не хватает. Вот это обидно. Так, миссии. Давайте странную науку. Так, ранг повысился. Ничего из этого мы не можем взять. Так, значит. Я думаю, вот на этой штуке мы полетим. Амо! Так, все, летим напрямик. Ай! Больно. Я лечу куда-то на метле. А, это не метла, ну ладно. Так, кстати, что мне нравится, защита в Saints Row от того, что, ну, от захвата тачек, да, то есть в совместной игре, если, допустим, у друга нет дополнений, а у тебя есть все они, да, то есть, допустим, нельзя будет взять эту машину Nightblade, да, ну и так далее, там, и всему подобное, только, по-моему, там... В некоторых играх это все-таки как-то можно сломать, да? Но в Saints Row это нельзя сделать. Ну хотя это, честно скажу, это очень легко делается. Берутся и скачиваются просто дополнения. По-моему. Они как бы в игре и так есть, да? Только они, только когда скачаешь там откуда-нибудь, то они официально как бы запускаются. Опа. Опа, Джигурда, а? Оп. Куда? Такой, а ну-ка отойди. И пошел такой довольный, а?
все нормально. Давай, я тебе 5 патронов в почки пульну, и это будет мой автограф. Согласен? Да, блин! Ладно, ты как хочешь, а я... Да вы охренели. То есть я этого бомжа еще должен с собой таскать, да? Блин. Упс. Этого еще кона я должен таскать с собой. Вообще, зашибись. Так, нет. Так, доставка тачки. Шо, бля? Так, а чё мы по экстрам... Так, читы. О, игра. О. Хренаси. Так, ладно. Оказывается, есть... О! О! Сойдет. Опять ты урод, а? Садись давай. Так, не оставляем следов. И насчет него не оставляем следов. Блин. А вот сейчас чуть-чуть вперед бы и все. О, я вижу что-то. Я вижу знак, свыше. Я обязан к нему подъехать. Ладно, я к нему подойду. Уговорили. Так, а как мне к нему? Ладно, я каким-нибудь другим макаром подойду. Но проблема, как говорится. Да вы чё, охренели, что ли? О, нормально. Блин, я привык, что у меня все прокачано. Я бегаю как сумасшедший, а тут у меня ничего не прокачано, я ни хрена не могу бегать как сумасшедший. Ну, точнее, я ему бесконечно. Блин, и... О, стой. Стой. О, остановился. Надеюсь, все машину-то особо не поцарапал. О! Слушайте. Точно, моя тачка на меня преследует. То есть. Ага, следующий. Я сейчас, блин, увидел следующего. Мама, не горю я чувствую. Ну. Да ёпт. Так, я застрял. Так, машина взорвалась. Вторая взорвалась, всё. Да тушись ты, ёпт. Хе-хе.
6 вернули. Так, тачку доставили мне. Новую. Так, ну шо? Даю. Так, а вот без этого я никуда не пойду. Так. Еще 1000 баксов дали. Так, ладно, дальше поедем. Почему бы и нет? Итак, так. На полной скорости. Я вообще 1300 и пошел. Без шуток про тракториста. А то я вижу, вон один сидит. Такой АЗЗ начал писать. Э? А ну руки, а ну пальцы от клавиатуры убрал, пока я их тебе не вырвал. Да-да, тебе. Да, тот, который на себя указывает, и тот, который, блин, делает вид, то, что он тут ни при чем. Да, я про вас обоих. Я вообще, блин... Мне страх неведом. Кроме одного, если... меня полетит сейф. Ты чё, охренел? Качок, да? На, блин, тебе шею сверну я. Так, теперь нельзя, чтобы они сюда входили. Надо их прям в проходе встречать. А, ну они хрен войдут еще. Да я формально законно, чуть. Я формально законно, значит, я формально нахожусь еще там, где нужно. Да вы охренели вообще, а? Это еще мой товарищ, да? Нет, ну... Вы бросаете... Да он ох... Да что мне делать вообще, а? Формально закона или, блин, этого братка... Дебила. Браток, иди сюда, задолбал. Сюда иди. Да сюда иди. Сюда иди. Я... Все, пусть заходит сюда, мне пофиг. А то вот это... Вот это вот... Нихера себе у меня патронов. Жалко, что у меня на этом автомате мало. Кстати, вот это я знаю, то, что у меня, по-моему, вот... Вот это будет, по-моему, трассирующее. Потом... Или бронебойные. По-моему, бронебойные. Еще сами себя глушили, вообще красавчики. Ну а, блин, тебе, на тебе пинок. Да уроды! Да, жизнь меня, братцы... Покмотало. Все, я тут буду, мне пофиг. Пока.
уроды. Я говорю, уроды вы. О! Все, нашел свою пушку. Она что, не простреливает, что ли? Ну это как бы считается с винтов снайперкой, да? Ну это ни хера не снайперка. Да блин, вот это сейчас обидно. I'm a hero. Да блин, ну садись ты. Такой стоял, стоял, блин. Такой, ладно, я сейчас сяду. Едь давай. О, мне дали запострелять. Так, мне дали запострелять, я доволен. Причем из бесконечки. Так. Оп. Оп. Опа. А он где-то убегает. Нормально вообще. На нас, на меня идут и можно, да? А я в катсцене. Мне не очень. Еще плюс все-таки гандоны. Извините за выражение. Мне, блин, это... Прицелиться не дают нормально. А еще точнее, блин... Почему я не за рулем, а? Я ж вожу быстрее. Я вожу быстрее и аккуратнее. Ну подумаешь, машина потом в хлам. Ну это издержки, так скажем. Да едь давай, блин. Вообще охерево. Вот и все. Вот вам еще. И вот вам. И на тебе. Заправку, заправку взорвать. Ну, блин. Не дали мне заправку взорвать. А, вон. Ну, готов-то. На, и все. Да что там такое? Доедь давай, блин. Какой автомобиль защищать? Ничего не знаю. Ничего не знаю, ничего не хочу. Вот это маневр сейчас был. 60 машин расхреначил, а? Про вертолеты ни слова вообще. А, нет, 6 вертолетов. А на 60. Оп. Так, 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 так. Так. Остановись. Где? А, вон на вертушка. Лети. Нормально. Нифигово. Доедь давай быстрее, скотиноза. Машина-то пофиг, я, кстати, здоровья не вижу. Да едь давай, дурак! Который рак.
И не только рак, но еще и дурак. Да блин, ну вы что делаете? Придурки. А этот, блин, вообще тэпает, по-моему. Да шо за нафиг? О, отлично. Давайте в гетто шмальнем, а? Да ёшкин матушка. Да успокойся ты, ё. Да что за хана? Чего он? Вертолет сбил? Я тебе не доверяю. О, бляха-муха! О! Странная наука. Пройдена плюс бонус авторитет, 8 уровень. Ой! Ранг повысился. Спасибо.